бутылку вина за криптомонету. Аргентинская винодельня представила криптовалюту, которая будет привязана к стоимости бутылки вина. Идею представил Майк Барроу, американский компьютерный эксперт и владелец винодельни Коста Флорес, расположенной в провинции Мендоса в центре аргентинских Анд. На мероприятии «Биткоин дня», которое состоялось на этой неделе в Буэнос-Айресе, Барроу объяснил, когда будет собран урожай этого года, будет известно, сколько бутылок органического вина «Майк Танго Браво» будет произведено, и по количеству бутылок будут выпущены токены, которые будут выведены на биржу и будут торговаться в сети. Винный проект будет использовать технологию блокчейн, которая сделает прозрачными все данные, как по уборке урожая, так и по бухгалтерскому учету, от цены пробки до зарплат или продаж в Индии.